Всем привет! Случилось маленькое чудо. Ко мне пришла одна из заказанных партий управляемых светодиодов WS2812B. Вот так вот. Это одна из четырех партий, которые я заказал в четырех разных местах, потому как хотел проверить побыстрее, с Китая все не идут и не идут. И эти светодиоды были заказаны в моем городе, в магазине радиодеталей, но доставка была там 1-2 недели. И вот они пришли первыми. Вот такая вот линейка из 12 светодиодов. WS2812B. Поэтому сегодня я постараюсь успеть их подключить и начать тестировать. Так, что у нас там с Алиэкспресса? Время заказа январь. Ё-моё. Первую партию, с которой вот эти у меня были самые проблемные, закрыть спор, мне вернули деньги. Они еще не пришли и, наверное, уже не придут. Заказано 27 января. Затем 25 февраля, уже через месяц, я заказал вторую партию. Здесь уже... Здесь плюс в чем? В том, что они были на таких подложках. То есть теплоотвод и контакты, уже все удобно паять. Также размещены резистор и конденсатор, которые нужны по схеме. Вторую партию, которую я заказал, здесь просто линейка, ну, которую сейчас показал, такая же. Просто чип светодиоды. И стоят они здесь, сколько это? Ну, 100 рублей, в общем, не обошлось. Где здесь? Да, 102 рубля за 10 штук. И когда я уже отчаялся ждать с Китая, посмотрел у себя в городе доступные варианты, и оказалось, что есть в одном магазине под заказ, и причем. И причем стоят они 8 рублей за штуку, то есть дешевле. Упаковку, которую я показал, там 12 штук, и не помню точно цену. 100 рублей также за 12 штук, то есть получается даже дешевле, чем в Китае. Ну, вот так вот получилось. Так, а здесь сколько? 118 рублей, но с платой. Ну, равноценно, что вот этот подороже, но с платой, что те, которые получил, но подешевле и быстрее. И еще идет ко мне вот такая вот платка. Дойдет на это, либо на следующей неделе. Но здесь видим расположение контактов другое. И судя по надписи, этот светодиод просто WS2812. Либо WS2812S. У него немного другой протокол, но думаю, особо эта роль играть не будет. Поэкспериментирую и с тем, и с этим вариантом будет полезней. И про то, от кого идет мне вот эта посылка с этой планкой, будет отдельное видео, отдельный большой разговор, большая распаковка и новость по работе канала, скажем так. Ну а сегодня я постараюсь навесным монтажом спаять, наверное, штуки 3 светодиода, которые мне пришли, и опробовать базовые действия с ними. Потому что, к сожалению, никто из подписчиков не написал мне о результатах работы компонента, который я сделал для общения с этими светодиодами. Ну, поэтому я как бы не знаю, рабочим в принципе или нет. Один подписчик писал, что вроде как не заработало и потом заглохло. Ну, попробуем наконец-то. Ну вот, припаял 3 светодиода. Схему взял из даташита. Определил, где какой вывод. Здесь скос на светодиоде, по нему определяется, идет счет выводов. И по даташиту на каждый светодиод на питание нужно ставить кондер 0,1 микрофарад, но я поставил только вот один общий, и ничего, нормально работает. Два провода идет, это плюс-минус 5 вольт, и один провод с вывода B0, это протокол One Wire. Ну, здесь появится все нормально, без особой сложности. Но соблюдайте осторожность, чтобы статикой не выбить случайно этот чип. Хотел сначала поставить светодиод в идеальные условия, то есть частоту кварца взять как можно больше, но оказалось, что у меня Атмега 8L, и у них под даташиту максимальная частота 8 МГц. Хотя на всех макетках у меня стоит либо 10, либо 12 МГц. Поэтому 16 ставить не стал, а здесь стоит на 12 МГц кварц. И с ним все отлично заработало с первого раза.
та программа, которую я составлял в последний раз. Ну, не знаю, показывал я ее или нет. В общем, ничего переделывать не пришлось. Подаем питание. Плюс. Минус. И пошла программа. Сначала такое переливание. А потом будет хаотичное. Ну, к сожалению, на большой яркости здесь плохая градация. И опять переливание, но уже с неизвестным состоянием. Опять пошло хаотическое изменение. И опять переливание вот в таком виде. Видно, что каждый диод управляется независимо, светит каким-то своим светом. Все отлично работает. Сейчас давайте подключу осциллограф и попробуем посмотреть форму управляющих импульсов. Так, смотреть будем где. Ну, начнем с осциллографа, с простого. Первый канал. Так, один щуп идет на минус. Второй щуп идет на выход с контроллера. Таким образом. И что, где? Ой, это я на землю подцепил. Или на плюс питание. Куда там? Так, вот он, управляющий. И вот пошли импульсы. Смотрим. Помним, что здесь три пачки импульсов по сколько там? По 24 бита. Ну, чтобы их нормально посмотреть, давайте перейдем в даталогер. Так, канал 1. Частота сэмплирования побольше, 1 МГц. И будем записывать 5 секунд. Старт. Поехали. И давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Да. Что-то я не могу понять, какой тут канал. Channel 1 вроде этот. Красный Channel 1. Ну-ка, если 2 включить, посмотрим. Да, все-таки это Channel 1. Не понял. А, это сменился режим. То есть тут он стал плавно изменять с периодом. Сколько там, не помню, 20 миллисекунд, что ли, 800, 200 миллисекунд, да. Вот, значит, надо поставить частоту побольше. Надеюсь, удастся его поймать. Частота сэмплирования пусть будет 8. А здесь 50 или 20. Старт. Смотрим, что получилось. Ну вот, получше. И еще попробуем поднять до 16 и 20, 50 пусть будет. Старт. Так, смотрим. Это у нас рандомное. Ну ладно, пусть будет рандомное. Смотрим, что получается. Три пачки импульсов видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, шестнадцать, двадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать, три, двадцать, четыре импульса. Как и было задумано. Видим, что они отличаются по ширине. Попробуем померить. Примерно 0,35 микросекунд. Широкий 0,75. Что у нас в программе? Я уж и не помню, какие задавал интервалы. Нуля в таком диапазоне. 350 укладывается в него. И есть еще запас, то есть частоту можно понизить. Единица. Сколько там было? 760. Больше 625 укладывается. Ну, давайте кратко пробежимся по программе. Вначале обозначаем цвета ГРБ, 10 начальное положение.
Дальше бесконечный цикл. И тут два цикла. Для удобства давайте уберем рандомное. То есть эффекты можете делать какие угодно. И оставим бесконечное переливание. То есть больше, меньше он становится. Яркость возрастает, потом плавно уменьшается. Так, удалить. Все. Смотрим. Компонент OneWire. Set Color. Green. Буква G. Красный и синий у нас по нулям. Следующий. Red. Остальные по нулям. И третий байт. Точнее не байт, а третий пакет на светодиод. Это Blue. Остальные по нулям. Далее импульс Reset. Импульс Reset, напоминаю, дает команду на установку цвета. То есть тот, который мы запрограммировали, по поступлению импульса Reset, он подается на светодиод. Если далее идет какая-то пауза, либо мы что-то делаем, то цвет будет вот этот фиксированный гореть, который мы установили. Это плюс. То есть не надо постоянно отправлять импульсы на светодиоды, поддерживать какое-то свечение. N определяет направление, прибавляется яркость либо убавляется. Видим тут B+, и остальные плюс 1. Здесь B-, остальные минус. Если яркость больше 150, я сделал не максимальную, чтобы не перегревать светодиоды, то N равно 0, начинаем уменьшать яркость. Если B равно 0, то N равно 1, начинаем прибавлять. И пауза 5 миллисекунд. Так, давайте 5 миллисекунд. А что у нас там по ресету? Ресет 50 микросекунд. Давайте сделаем паузу 1 миллисекунда. Глазом уже это мигание будет трудно заметить, но на осциллографе будет удобней наблюдать. Компилируем. Размер кода 518 байт. Закрываем. Зашиваем. Есть. Вот он начал быстро мигать. Переходим в DataLogger и смотрим, что получилось. Так. Что у нас тут должно быть? Вроде они должны совпадать. А у меня они вроде не совпадают. Команды. Думаю, ошибки в отображении такой не может быть. Так, давайте нажму Reset и запущу тест еще раз. Старт, Reset. Смотрим, что у нас в самом начале. Широкие импульсы, это 5 и 7. Здесь, а здесь они, вот они. А, тьфу, блин, это ведь разные цвета задаются. Все верно. Так, то есть 8... бит, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот здесь заканчивается программирование одного цвета. То есть с конца это 2 и 4 бит, равны единице. Смотрим. Остальные видим нули. Теперь второй цвет программируется. Считаем. 2, 4, 6, 8. Закончился первый цвет. 2, 4, 6, 8. Закончился второй цвет. И видим 2 и 4 бит. Бит равны единице. То есть все верно. И тут также с конца 2 и 4. Пролистаем в конец. Где-нибудь здесь. Посмотрим, что у нас. Через 1. Ну, почти через 1. 2, 1, 1. Смотрим здесь. 2, 1, 1. И следующий пакет. 2, 1, 1. Так, он последний, да? 2, 4, 6, 8. Да, последний бит равен единице. Или первый, там я не помню. Ну, все отлично. Так, теперь временные интервалы. Здесь они, конечно, будут искажены. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Для начала попробуем поднять максимально частоту сэмплирования. 24 МГц. Окей. Поехали. Смотрим. Ну, вроде получше стало. А
провести эти измерения я надеюсь смогу получше через где-то неделю, когда ко мне придет посылка. Примерно так возьмем 350 микросекунд. И ну давайте с малым поработаем сначала. 350 микросекунд. И пожалуй в программе сделаем задержку побольше, чтобы я все-таки мог глазом видеть, как, какие будут отличия. 5 миллисекунд. Заходим в компонент OneWire. Так, что у нас там? SetColor. Нет, TXBit. Сейчас посмотрим. Здесь отправка. TXBit. И если мы передаем 0, то это у нас вот эта команда, видим здесь без функции NOB. То есть на частоте кварца 12 МГц. При последовательном выполнении вот этих двух команд установить единицу и установить 0 на выход. Мы получаем задержку около 350 0,35 микросекунд. Если верить даташиту, точнее не даташиту, а информации, которую провел один из пользователей сети, на кого я опирался, на чьи исследования, то это время нормально фиксируется как логически 0. Давайте посмотрим даташит. Что он тут говорит? 0,4-0,8. 0,4 микросекунды. Плюс-минус 150 наносекунд. И в принципе мы укладываемся в этот диапазон, который идет по даташиту. Теперь давайте попробуем маленько поиграться. Начнем с логического нуля. И прибавим одну функцию NOB. И посмотрим, сколько времени она занимает. Так, еще раз. 0. Ну, пусть будет 0,35 микросекунд. Пишем здесь. Без NOB. Теперь включаем одну пустую функцию NOB. И посмотрим, как это повлияет на выполнение программы. Окей. Закрываем. Компилируем. Запускаем симуляцию. Проверяем, что у нас здесь. Светодиоды мигают нормально. И измеряем. Не понял. Совсем что ли не изменился? Логически 0. Ну да. Ладно. Тогда налепим их побольше. Хотя непонятно, здесь вот всего 3 штуки добавлены, и уже единица отличается почти в 2 раза. Ну попробуем. Добавил 3 штуки. Компилируем. А, я ж не прошил. Фу, блин. Вот, ну бывает. Будем лечиться. Удаляем эти 2. Оставили одну функцию NOB. Окей. Закрыть, компилировать. Или прошил я. Ай. Казама. Фу, блин, прошиваем. Да, не прошил я. Вот светодиоды сейчас начали мигать медленно. Я увеличил там паузу. Поехали. И вот так вот, где у нас единички. Вот единички, вот нули. Измеряем время нуля. Где-то 0,43. То есть примерно 80 наносекунд занимает одна функция NOB. Что это у нас там? 12 МГц. Раз, два, три. Раз, два, три. Переворачиваем, получаем... Как раз 80 наносекунд это один такт для частоты 12 МГц. Все правильно ведь? Или я ошибаюсь? Умножаем на сколько там? На 1000. Да ё-моё. 0,83 наносекунды. Нет, 83 на 10 минус 6. Чего? А, да, все. Все. Или не все. Вроде верно. Короче, 80 наносекунд. Как раз расчетное то, что обратное число
частоте кварца мы получаем на одну функцию NOP. То есть 430, 0,43. Сейчас, если я добавлю еще одну функцию NOP, то по идее должно быть 0,510, где-то в этом районе. Custom код 3xbit. Еще одну функцию NOP. Окей. Так, давайте запомним, компилируем, прошиваем. И светодиоды у меня не функционируют нормально. Они как-то часто мигают таким белым цветом. Так, теперь быстренько возвращаемся назад. Пока ничего у меня не перегрелось, не сгорело. И что мы? Уберем все функции NOP, потому что сейчас я буду понижать частоту. Окей. Закрыть, компилировать, прошить. Есть, все нормально заработало. Теперь смотрим, что мы тут получили. Текс. И вот он, наш логический 0. Уже слабо отличается от единицы. Ну, как-то так. Получаем 0,52. Ну, 0,51, 0,52. Да, все верно. То есть одна функция NOP занимает один такт микроконтроллера. Это хорошо, уже можно на что-то опираться. Сейчас у меня сколько там, 0,35, да? 0,36, то есть есть запас довольно приличный по этому времени. Можно спокойно понижать частоту тактирования, для того, чтобы проверить, будет ли работать этот компонент на пониженной частоте кварца. С этим разобрались. И увидели, что более 0,5 микросекунд светодиод не воспринимает логический 0, а воспринимает его как единицу. Что у нас тут? До 563. То есть вот уже видим, не совпадает маленько данные. На самом деле меньше. До 500. Если верить моему осциллографу, который уже не так правильно показывать на такой высокой частоте. Ну, давайте добавим комментарий, чтобы запомнить. Логически 0 до 0,5 микросекунд. Что у нас логической единицей? Она у нас сейчас занимает 0,77 микросекунд. Давайте попробуем ее уменьшить. 0,77. Так, минус 0,08. Получаем 0,69. По даташиту вроде должен воспринимать нормально. Ну, давайте отнимем еще одну. То есть убираем два цикла NOP, получаем паузу около 0,6 микросекунд. Комментирует 2 NOP. Таким образом. Окей. И по идее все должно работать. Как показало предыдущее испытание. Да, светодиоды нормально горят также. Также плавно меняют яркость. Сколько должно было получиться? 0,6, да, около того. Посмотрим. Ищем единицу. Вроде вот она. И измеряем. 0,6 микросекунд. Вот. Все нормально. Так, по исследованиям от 0 до 0,5. Далее уже воспринимает как единицу. То есть, по идее, я еще могу один оператор NOP еще один удалить. Но нужно ли мне это делать? Сейчас частота понизится. И также понизится это время. Минимальная частота тактирование, на которое может работать микроконтроллер, у нас определяется именно логическим нулем. Поэтому выяснять максимум логической единицы смысла нету. Тогда следующий пункт, который мы сейчас будем проверять, верну на место. Ну хотя давайте вот, раз тут есть, добавим еще два и попробуем. Окей. Прошиваем. Проверяем. Так, светодиоды у меня горят нормально. Меняется цвет.
Проверяем длительность логической единицы. Примерно 0,94. 0,9 микросекунд. Так, согласно этой информации, не определено максимальное значение. Ну и ладно. А по даташиту на светодиоды 0,8 плюс-минус 150 наносекунд. Видим, что в меньшую сторону можно увеличивать. То есть я брал 0,6 микросекунд. Это меньше, чем в даташите. И давайте попробуем все-таки максимально вот большую сторону проверить. Для этого заходим TX-бит и еще добавляем 0. Ну, думаю, сколько сейчас было? 0,9. Еще 2 будет достаточно. Так, светодиоды у меня горят нормально. Проверяем здесь. 1,1. По даташиту 0,8. То есть меньше 1, до 1 микросекунды. Ну и ладно, пожалуй, на этом остановимся. И добавим здесь комментарий. Логически 0 до 0,5. Логическая единица. Ну, так и напишем. Или чуть-чуть перебдим, поэтому от 0,55 микросекунд. Окей. Теперь осталось проверить импульс ресета. Что у нас тут было? 3 вроде. Давайте эти удалим просто. Вернули как было. Reset. По даташиту выше 50 микросекунд, согласно исследованиям, выше 10-9 микросекунд. Сейчас у меня что? 50. Давайте попробуем поставить 15 и попробуем, наверное, поставить его вот сюда. То есть, что произойти должно? Если он воспримет сигнал Reset, то будет гореть только самый первый светодиод вот с этим значением. Если сигнал Reset он не воспримет как сигнал об окончании программирования, то будут гореть все три светодиода нужным цветом, а сигнал Reset будет в виде вот этой паузы. Что мы сейчас и попробуем. Кстати, я в Proteus не показывал. Давайте тут проверим. Вот мы видим, горят два светодиода, мигают, третий не горит. А что это у нас значит? А, или он зеленый как-то там мигает, то есть, видимо, он проскакивает. Неправильно я проанализировал ситуацию. Ну ладно, видим, что если ресет воспринимается, то горят два первых светодиода. Скомпилировал, зашиваем. Наблюдаю я ту же самую работу, то есть все нормально мигает, все три светодиода. Проверяем. И интересует пауза между вот этими, между второй пачкой импульсов и третьей. Давайте ее замерим. 18 микросекунд она составляет. Так, и это что получается? Что импульс ресета он не воспринимает такой длины. Ресет давайте увеличим. 20 или 25. Ну, поставим 25. Что покажет Proteus. То же самое. Прошиваем. Все работает таким же образом. Горят все три светодиода. Проверяем. Что у нас тут будет? Длительность паузы. ...28-29 микросекунд. Продолжаем увеличивать. Сколько это будет? Ну, давайте 35. В Proteus смысла проверять нету. Он там воспринимает ее как ресет. Ну, давайте посмотрим.
Да, горят два светодиода. Хотя в железе этого не происходит. Окей. Блин, опять горят все три светодиода. Измерим паузу. Неужели тут значение совпадет с даташитом? Не может такого быть. Шутка. 38-39 микросекунд. Reset. Ну, давайте сколько? 42. О, есть контакт. У меня заглючили светодиоды. То есть как-то непонятно мигают. Видимо, они через раз определяют, reset был или нет. Давайте измерим, что у нас там получается. Сорок пять и шесть, и семь, и восемь микросекунд. И непонятно, это уже он четко фиксирует или нет. Странное поведение светодиодов. Давайте еще увеличим и посмотрим. Так, запоминаем, что здесь у нас 42. Ставлю 50. Уже проверенную. 42 микросекунды. Компилируем. Зашиваем. И вижу. Ну вот трудно сказать, такое же поведение или нет. Вообще непонятно. Ну ладно. Для надежности будем принимать, что reset равен 50 микросекунд, не менее 50 микросекунд. Что сейчас получается? 53 микросекунды.